коротко расскажу вам про сегодняшнее утро. Пятница, Гриша уже после брифинга сразу же заряжена информацией от судей. И готовится к тренировкам на выезд. Гроза Никиты прогревается. Машина Антона готова, она работает. Все в порядке, едем дальше. Карвель Рейсинг полностью готова. Так, ну, на Drift Market еще поступление. 4 коробки Samsonus. Несмотря на то, что это 2 коробки, там внутри 4 коробки Samsonus. Вот такая математика. Да, и 3 из них уже клиентские, одна еще свободная в продаже. Поэтому let's go. Ну и, собственно, no oil inside внутри коробок, но парочку inside Samsonus'ов внутри квадратиков. Так точно. ДСП-шных. Красота. Выбирайте. Ёбаный в рот, нихуя! Слушайте, как жестко это получилось, а? Прям очень жестко. Еще одна у нас обновка по инструменту Mati 7. Вот этим гайковертом мы пользуемся уже третий год. 1200 ньютон на метр мощность и безотказно вообще все это время работает. Столько он уже повидал, сколько колес он перекрутил, я не знаю. Столько ни один гайковерт, наверное, в мире не делал. И сейчас есть обновка Mati 7. Гайковерт, который стал как минимум в 2 раза меньше. Естественно, легче, а по мощности больше. 1600 против 1220. Разные режимы по скорости, универсальные аккумуляторы. Спасибо, Мастак. Ну, естественно, такая мощность для гайк-колесных не нужна, и мы можем регулировать мощность, которую мы будем выставлять. Там 3 режима есть. Это во-первых. Во-вторых, с помощью как раз этих гайковертов мы задние колеса никогда не протягиваем. Этого не требуется, потому что мощности, собственно, крепящего момента хватает для того, чтобы затянуть их надежно. А это время, как видите. Поэтому нравится. Ребята у нас гоняют вовсю. Ни одной машины в боксе нет. Каждый ездит друг другу с парном. Уже укатали много колес. Но есть один человек, который просто неуловим сегодня на трассе, которого разорвали все. Только проявленный интерес к этой персоне. И наконец-таки он опять пришел. Но ради того, что он ради такого визита, естественно, для этого дорогого нам человека, Санька, мы дарим от White Lab очки дрифт специальной серии. Да. Дрифт очки. Да. Теперь Саня будет, я надеюсь, будет носить, во-первых. Во-вторых, он будет, значит, в сторис в них появляться. Это обязательно условие? Ну ладно, не сильно обязательно. Ты сторис вообще в последнее время не пилишь что-то. Короче, больше, чем подарить очки, я просто рад видеть этого человечка. Вы тоже, я думаю, Санечка. Спасибо большое, брат. Сейчас, подожди, давай. Давай, давай, анпакинг. Какие они. Ауф, японские линзы, брат. Ля, тебе идет, ну посмотри. Ну, жених! Ну, жених! Ну. Значит, когда я говорил про то, что нужно одеваться тепло, я не шутил, потому как солнце солнцем, но ветер бывает очень сильный. Например, вот такой. У ребят из форварда улетела палатка к чертям вообще. Выглядит это максимально стрёмно. Но есть как есть. В общем-то, очень ветрено, знаете, на Егоре.